Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Баскетбольная Самара старается удержаться на пьедестале почета Суперлиги. Самарские самбисты поедут защищать честь страны на первенство Европы и мира. Тольяттинский тэквондист первый в стране. Борис Краснов на юниорском первенстве в России по тэквондо стал чемпионом. Тольяттинец завоевал золотую медаль в заключительный день соревнований весовой категории до 63 килограммов. Мастер спорта Краснов блестяще провел весь турнир, отправляя соперников отдыхать досрочно. В финале воспитанник спортшколы ЦСКА одержал победу над Владиславом Югай из Ростовской области. Своими победами радуют и самбисты. В ИКСе на первенстве России самарские спортсмены завоевали 4 медали – бронзу, 2 серебра и золото. Чемпион Глеб Шумилов будет представлять Россию в октябре на первенстве мира в Сербии, а обладательница второго места Надежда Румянцева поедет в апреле на первенство Европы в Прагу. Баскетболисты Самары 23 и 26 февраля проведут заключительные домашние матчи регулярного чемпионата Суперлиги. На паркете МТЛ-арены они примут сургутский клуб «Университет Югра» в четверг в 5 вечера, а столичную МБА в воскресенье в 6. Сейчас Самара занимает третье место. Впереди «Университет Югра» и Новосибирск. Изменится ли что в турнирной таблице на финише чемпионата страны по баскетболу, станет ясно на февральских каникулах. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.